Приветствую всех на канале. Так, в нашей посылке здесь у нас вот такие заготовки металлические. Наверное, из стали. Это мы сразу возьмем магнитом, проверим. Нет, не из стали. Видите, не магнитится. Значит, это из какого-то другого металла. Вот, очень хорошо сделано. Все блестит новизной. Отлично. Обжимной инструмент у меня едет, скоро будет. Посмотрим, что у нас тут. А тут у нас обжимное устройство, которое часто называют кримпером. Закупил я много таких наконечников. Это в основном для Arduino. Ну и очень такой доступный вариант вот, для разъемов на платах печатных и разных устройств. Вот. Единственная проблема, что была, это вот обжимать. Как нужно было обжимать. Сейчас я специально купил вот такое обжимное устройство. Вот. И попробуем обжать с помощью него. В продаже есть разные устройства. Вот почему-то именно вот с такими параметрами. Вот. Для обжимания самых малых сечение, оно стоит наиболее дорого. Тут у нас есть и регулятор, видать, усилие обжима. Так, ну давайте попробуем что-нибудь обжать. Сначала я с помощью стриппера, значит, оголю. Вот, второе. Подберем, значит, отделим вот этот. Вставим наше устройство обжимное. Так оно вставляется, и вот здесь оно застревает. Немножко подготовим, и оно что, хорошо держится, то есть не надо никаких усилий. Теперь провод мы туда подготовим, засунем. Наконец свободно держится, так, без проблем. То есть я никаких усилий не прикладываю. Значит, проводим туда наш провод так, чтобы часть изоляции все-таки прошла туда, потому что будет зажиматься и изоляция. Вот. Теперь обжимаем. Все готово. Так, посмотрим, что получилось. О, замечательно все получилось. Шикарно все держится. Отлично. То есть никаких больше усилий не надо. Если раньше мучились с этим, то теперь мукам всем пришел конец. Так, осталось только вставить вот эту часть вторую, пластиковую часть, она так вставляется, понятное дело. Именно против вот соответствующим образом. Вот. И все. Все, она вставилась. Так, отлично. Теперь он уже не выдергивается. Также можно много, значит, такие зарядить их соответственно проводами. Делается это, естественно, с помощью вот этого обжимного устройства очень быстро. Вот здесь даже более мелкие можно наконечники, терминалы использовать. Очень доволен я этим устройством. Если я раньше мучился, теперь не буду мучиться. Очень быстро все делается, и аккуратно, и хорошо. Для папочек это мы закупали. Так, отломим один экземплярчик папочки. Так, стоячок, так сказать. И что мы сделаем? Мы тоже попробуем. Мне кажется, без разницы, что маму делает тут, что папу одинаково поджал, и все. Опа, все чересчур, повторяем. Вот так, чтобы расстояние было. Вот. Отлично, немножко подожмем. Вот, все, готовность номер один. Сейчас папочки в задницу там ставим. Так, похоже, получится. Так, тут я понял опытным путем, что изоляцию надо немножко только вставлять. Так, зашло, все. Вот так. Сейчас посмотрим. О, папочка тоже соединился, да? Но если вдруг что, так, бывает, повторяем это,
И, как говорится, ну, суперски получается, суперски, ничего. Удивительно, да? Отлично. Ну и попробуем вставить, как бы, вот этот корпус должен быть, подходить по идее. Так, ох, ну, отлично. И папочка, и где у нас мамочка. Все это отлично получается. То есть теперь возможности значительно больше, дешевые такие разъемы, и поэтому мы можем с помощью этого обжимного устройства очень быстро делать разные переходники и так далее для Arduino и просто для других электронных схем. Отлично. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.